Еще раз, давай. Атака, вызов. Тут же отскок. Оставляешь немного ногу, видишь? Раз, два. До свидания. Остается нога, как бы на задней ноге, видишь? Но ты отпрыгнул. Просто был здесь как бы обеими ногами. Она как партизан там осталась немножко. Ты ее разгрузил. Двойка, левый, правый. Не надо вверх брать. И вот здесь перед правым ударом следующим, не отпрыгивая назад. А вот это само, видишь, на носках, само вращение на подскоке дает тебе опять перезарядку как бы. Видишь, локоть, смотри, на правый, правый. Перезарядка. И туда. Попробуй, медленно, пожалуйста. Фу-фу-фу. Давай. Далеко. Дальше левую. Дальше левое бедро вращай. Уже интереснее. Левое. Раз. Нет, дорогой. На атаке вызови. Не крути ногу. Тебе надо просто подпрыгнуть, в воздухе ударить. Это провокация противника. Плюс ты мягко, мягко, мягко. И он тоже дернется на тебя. По рукам, по передней даже руке. Пускай будет так. И суть в том, что ты этим атакой вызовом, ты себя разгоняешь, свою инерцию. Понял? На заднюю ногу. Не надо быстрее, просто динамика нужна. Раз, два, раз, два, раз. Вот эта динамика будет, значит, уже хорошо, медленно. Давай, дорогая. Вот. Еще больше. Вверх сильно не прыгай. Вперед, назад. Давай еще раз. Передняя нога, плечи висят, руки. Оп. До свидания. Да. Отпрыгнул. Да. И вот после двойки, когда ты забираешь правую руку назад, ты можешь немного руку оставить здесь. Понял? Попробуй. Мягкий, мягкий. Вот влево, вправо. Вот, вот, вот. Оп на себя. Да, оп, 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 оп. Раскручивай больше бедра. Раскручивай. Еще раз. Во! Вот молодец! Вот сейчас было уже. Посмотри на какой-то, как дистанция какая-то меня достала. Еще разик. Крути вот бедро, хорошо. Не будет левого бедра, не будет правого. Давай. Мягче, мягче. Оп. Передняя рука ищешь, ищешь, ищешь переднюю руку. Оп. Молодец, уже хорошо. И смотри еще раз, какая ситуация. Пробивай двойку, но именно бедра, плечи. Пробивай. Ах ты, блин. Видишь, не сработало. Видишь, плечо не сработало. Значит, когда ты бьешь эту двойку, смотри внимательно. Смотри. Когда ты бьешь эту двойку, ты дернул, оттянулся, бьешь двойку, и этот переворот плечей, он дает тебе уход. Фактически, если кто-то захочет, я передний, у тебя как бы получается а-ля под руку. Но ты не наклоняешься. Это именно только из-за того, подержи, только из-за того, что у тебя вот этот переворот есть. Раз, два, видишь, грузанул заднюю ногу. Осталась нога там. Атака, вызов. Раз, два. Я разгружаю, я как бы на правой ноге вперед прыгаю. И при этом вращаю левое бедро. Раз, два, раз, два. Посмотри у меня, какой переворот плечей. Не надо здесь сильно вставать. Здесь выход весь на правый прямой последний. Вот туда, хорошо? Вот давай попробуй еще разик. Давай, давай, давай. Вот эта смена кулаков, смена плечей. Кулаки сжай, сам расправил. Поехали. Ай, что ты стал? Ты спиной стал делать. Ты стал забирать левую руку. Не торопись, все оно пойдет. Смена кулаков на двойке. Медленнее. Не суетись, все у тебя получается, Рашид. Спокойнее делай, все хорошо. Раз. Ты бить будешь справа? Чего ты предопрыгиваешь? Смотри, не надо прыгать и бить. Твой уже подскок, это уже и есть туда. Поэтому подскок и кулак идут одновременно. Хорошо? Еще раз. Во! Ну где бедро? Че ты тут торопишься? Сделай медленно. Я ж тебя не ударю сейчас. Хотя могу. Я сдерживаюсь. Где бедро? На двойке.
Смотри, опять. Торопишься, торопишься на правый выход сделать. Раз, два, раз, два. Вот эта динамика, ты потом ее ускоришь. Понимаешь? Ты потом ее, когда ты скоординируются твои мышцы. Они сейчас готовы для медленного действия. Не надо пытаться ускорить. Тем более ручками. Еще раз, пожалуйста. Молодец. Чего постеснялся справа бить? Моя рука помешала? Пофиг тебе нужно было. Даже если тебе кто-то отвечает, ты пробиваешь, ты ломаешь. Никто не успеет тебя здесь встретить. Давай еще раз. Молодец. Удобно сейчас было? Да.